Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. А в этом выпуске я хочу вам напомнить о проекте Orbis. Это инновационное решение мне очень нравится тем, что проект позволяет пользоваться криптовалютами по всему миру, создавая криптоматы, такие специальные банкоматы, где вы сможете обменивать криптовалюту на фиатные деньги, фиатные на криптовалюту, а также, самое главное, осуществлять все ваши банковские операции при помощи криптовалют. Это могут быть кредиты, депозиты, различные другие финансово-банковские услуги вы сможете осуществлять при помощи криптовалют в сети банкоматов Orbis. Управление этими банкоматами будут филиалами банкоматами будет осуществляться при помощи искусственного интеллекта. Таким образом будет нивелирована проблема, что называется, человеческой ошибки. На мой взгляд, платформа и сам проект имеют большой потенциал. Сейчас идет второй этап, начался второй этап токен сейла. Пожалуйста, присоединяйтесь к нему, узнавайте больше о проекте. Он, безусловно, заслуживает внимания. Ссылки на сайт, белую книгу и коммуникационные ресурсы проекта вы найдете в описании к видео. Давайте посмотрим, что нам хотят о себе рассказать разработчики, что в целом, кто, допустим, не видел предыдущих видео или не сталкивался с информацией о проекте Orbis в интернете, давайте посмотрим, что нам хотят о себе рассказать, о проекте рассказать разработчики. По мнению команды, будущее представляет собой простоту и автоматизацию услуг. Вы можете управлять своими активами самыми разными способами. Orbis Solution создает уникальный блокчейн с двумя монетами, которые используются для снятия средств или перевода без оплаты, хранения, траты и инвестирования ваших денег в криптовалюты через приложение NFS Mobile. Настольная программа также может быть использована для этих целей, настольное программное обеспечение, карты Orbis. Это все то, что входит в архитектуру проекта или в наше будущее всемирное подразделение Orbis самообслуживания. Инструкция видео, видеообъяснение, видеоинструкция по проекту, видеопрезентация предоставлена здесь, можно с ней также самостоятельно ознакомиться. Orbis Blockchain. Мы предлагаем нашим клиентам инструменты, которые позволят скачкообразному переходу на более безопасный блокчейн 5.0, способный создавать синергии между криптоактивами и адаптироваться к их конкретным потребностям, разменивать или накапливать, обеспечивая более аккуратный и быстрый поток данных, который может управлять активами в сложно структурированной экосистеме через Orbis Coin. Что такое Orbis Transfer? Orbis Solutions имеет большие планы по запуску физических филиалов по всему миру. Наши филиалы будут оснащены банкоматами самообслуживания и виртуальной поддержкой на основе искусственного интеллекта. Отделение Orbis будут представлять все виды финансовых услуг, которые включают в себя услуги по оплате, передаче, снятию средств, депозитам или инвестициям. Финансовые подразделения Orbis являются автоматизированными и децентрализованным бизнесом. Они будут иметь работников, чтобы избежать человеческих ошибок или мошенничества. В этом случае нашим клиентам будут вручены и помогать роботы и голограммы с использованием искусственного интеллекта. Ни один из наших клиентов не почувствует разочарования за комиссии, за транзакции, потраченные впустую время или плохое обслуживание. Цифровые платежи с каждым днем, их количество увеличивается, и поэтому мы используем для нашей
а поэтому, что мы используем для нашей рабочей модели. Универсальная инновационная транзакционная услуга, включающая как фиатные валюты, так и криптоактивы. На сегодняшний день не существует, поэтому мы нашли способ заполнить эту потребность, предоставив Orbis Money Transfer. Также, как именно это работает, есть видео на сайте, также с ним можно и нужно будет познакомиться. Решение Orbis заключается в инвестиции и торговле, которые управляются... Инвестиции, вот что на сегодняшний день представляет рынок? Инвестиции и торговля управляются жадными банками и корпорациями, которые контролируют доступ, работают непрозрачно и всегда берут комиссии с ваших денег. В результате отрасль страдает от низкой ликвидности в виртуальных товарах и криптовалютах, а также отсутствия единого интерфейса для доступа к финансам, виртуальным товарам и криптовалютам. Кроме того, сложность и исключительный характер существующих финансовых систем в настоящее время оставляют более 3 миллиардов человек без банковских услуг по всему миру, поэтому компания Orbis Solutions придумала и разработала эту замечательную идею. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл проекта Orbis. На мой взгляд, проект заслуживает внимания и, безусловно, будет успешным. Это мое личное мнение. Принимайте решение и участвуйте в этом проекте, знакомясь с ним. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!